Всем здравствуйте! Изначально временно устанавливаем унитаз и производим разметку в местах крепления. Сверло по бетону мы выбираем в размер крепежа, после чего производим сверление перфоратором. Сверлить нужно на малых оборотах. Если у вас нет пустот в плитке, то сверлить можно смело. Керамогранит не расколется. Наносим силикон. И производим установку унитаза. Друзья, многие из вас уже делали или планируют сделать ремонт. И у меня для вас отличная новость. Я наткнулся на канал «Мой ремонт», где профессионалы рассказывают про то, как правильно выбрать строителей, советы от лучших дизайнеров, сколько стоит качественный ремонт и многое другое. Получи бесплатную презентацию «Топ 8 ошибок при ремонте, которые нельзя допускать». Для этого подписывайтесь на канал «Мой ремонт» и пишем им в WhatsApp. Ссылка на канал в описании. Устанавливаем тумбу. Сборка тумбы заняла немало времени. Ставим раковину и силиконим. Так как стены из газоблока в 10 сантиметров, я решил не сверлиться. Думаю, силикон держит не хуже. Друзья, а вы как поступаете в таких случаях? Пишите в комментариях. Процесс работы с полочкой вы можете увидеть в Инстаграме. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой Инстаграм. Всем пока, спасибо за внимание.